место. Но молодые люди, вы говорили, что вы все люди, потому что можно выдвинуть свое время. Значит, вот это фрески 4. Точнее, директор филармонии Александр Николаевич. Давайте здесь все-таки остановимся. Это малый концерт, и это фойе мы называем галереей Славутского. Или Перемина. Перелезть на вашу монастырь. Ну, например, садитесь к скрипке. А инструменты у нас бывают разные. И он так и записывается. Контрабас Иванов. Ты сами больные. А саксофон куда? Ну, он тоже в коробке. Он в коробке. В этот зал мы находимся с вами в репетиции. Уральский молодежный симфонический оркестр. Хор. Почему он похож на саксофон? Собственно, потому что...